Еще в древности люди знали чудодейственную силу купания и закалки человека водой. Заповедью было учиться плавать раньше, чем ходить. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Находясь на реке, взрослые и дети должны соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Уже совсем скоро наступит лето, начнется пора отпусков. Взрослые дети будут стремиться отдыхать на реке, морском берегу. Они получат массу удовольствия, если будут соблюдать правила безопасности. А если этого не делать, то отдых на воде может оказаться трагическим. Поэтому, отправляясь купаться, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Особенно опасно находиться у воды детям без присмотра взрослых. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание родителей на то, чтобы контролировали своих детей в летний период, когда они находятся не в школе, в свободном доступе. Очень много детей произвольно выходят на речку и купаются в необорудованных местах, что может привести к тяжелым последствиям. Много тарзанок вдоль реки. Наши спасатели патрулируют постоянно территорию Славянского района вдоль рек Кубани и протока и срезают эти тарзанки. Но, однако, детвора их снова восстанавливает и снова катается. И очень много травм, которые получили не только дети, но и взрослые, в результате чего получили тяжелые увечья. В Славянском районе 1 июня откроются три пляжа. Городской пляж, пляж в селе Ачуево, а также в урочище Кучугуры, станицы Черноярковской. Они специально оборудованы для купания, организованы дежурства спасателей. В других местах купание может оказаться небезопасным. И если вы видите знак «Купаться запрещено», верьте ему. Для безопасного купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное дно, небольшая глубина, нет сильного течения и водоворотов, нет проезжающих по воде моторного транспорта. Начинать купаться следует, когда температура воды прогреется до плюс 19 градусов. А тем, кто не умеет плавать, нужно использовать спасательный жилет. Также нельзя во время купания употреблять спиртные напитки. Чувство опасности снижается, и человек становится смелым и безответственным. Такой отдых может закончиться трагедией. Река таит в себе много опасностей, поэтому во время купания надо быть предельно осторожными. Взрослых я хотел бы предупредить о том, что вода и ко взрослому человеку относится очень серьезно. Наша река, что Кубань, что протока, очень коварная река. Огромное количество перекатов, водоворотов, плывет коряк очень много, как на воде, так и под водой. В то же время есть и холодное течение, где можно схватить судорогой и остановиться. И поэтому купание для взрослого человека является совсем небезопасным. Но, к сожалению, некоторые пренебрегают этими правилами. А зря. В прошлом году на водоемах Славянского района утонуло 10 человек. А считают ли нужным жители нашего района соблюдать правила безопасности при нахождении на воде? Конечно, это следует делать в любом случае, потому что очень много непредвиденных ситуаций случается, в особенности на нашей речке. Бывает, что люди пьяными заходят и из-за этого могут утонуть. Если дети не будут соблюдать правила безопасности, тогда дети могут утонуть. Умение хорошо плавать и соблюдать правила поведения на воде – важное условие безопасного отдыха. Надежда Неткачева, Михаил Варгулев, программа «События».